У российских экологов проблемы чуть менее масштабные, однако этим трудно успокоить жителей населенных пунктов, где нет нормального водоснабжения, рассказывает Анна Потагина. Жители поселка Сосновская давно приспособились сами обеспечивать себя питьевой водой. Ведь вода в водопроводе очень жесткая, включает в себя много разных примесей и годна разве что для стирки, да и то с трудом. В нее очень много нужно всякой синтетического там порошка, чтобы можно было хорошо выстирать белье. Но на что этот порошок купить, это тоже еще проблема для нас. Однако для обеспечения работы больницы в бидонах не натаскаешься. А это практически единственное лечебное учреждение на весь район. Для больницы должно быть автономные водоснабжение с мягкой водой, потому что больница – объект очень дорогой и на привозной воде работать не может. Использование воды из артезианских скважин для больницы небезопасно. Да последствия непредсказуемые. Во-первых, у нас родильные отделения. Мы ухаживаем за детьми с момента рождения. Не подмывать, не ухаживать такой водой за детьми нельзя. Аптека – тотчас выходит оборудование, дистилляторы из строя. Пути решения этой проблемы есть. Самый рациональный – это провести 2,5 километра водопровода от родников. Однако администрация района не в состоянии найти средства на этот проект. Ждет помощи из Нижнего, а там и дела нет. Анна Потагина, поселок Сосновская, Нижегородская область, телевизионная служба новостей.